Здравствуйте всем, я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале. Это Саджорум, и мы продолжаем здесь играться. Головоломка, которая мне дается достаточно с трудом, и это был только пролог. Что будет дальше, вообще я слабо себе представляю. У нас тут есть 4 дверки, которые пронумерованы, и я думаю, мы не будем идти против системы, а пойдем сразу к первому вопросу и посмотрим, к чему он нас приведет. Здесь нам надо бы начать испытание. Нам нужно освободить 4 огонька. Воу. Воу. Тихое эхо. Значит, вот это все у нас работает только если мы используем специальную херовину. А именно реликвия. Вот она. Реликвия торчит, значит она работает. И нам не обязательно переходить в сумрак. Нам бы... нам бы вот так вот сделать, наверное, да. Соответственно, появляется вторая сумеречная штука, которая позволит нам в случае чего поменяться. И мы ее, собственно, сюда заюзаем. Далее. Теперь нам нужно взять реликвию. Как нам без реликвии? Только реликвия нам и поможет. Забираем. Самое главное, что нам достаточно использовать всего лишь реликвию для того, чтобы что-то сыгрывать и так далее. Освобождаем огонек. Во многих испытаниях есть дополнительная часть. Ее можно пройти после того, как выпустить огонек из метки. Угу. Я вас понял. А, это выйти из испытания. Я вас понял. Ага, без реликвии эта байда не играет. Ну, как и та фигня не работает. А нам бы было бы неплохо... Так, давай-ка мы тело соберем. И мы сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Хотя, я смотрю, тут есть проход. Да, смотри. Без каких-либо претензий. Но нам сюда нужен... А что нам нужно здесь? Смотри, я не заметил. Так, это мы дело заберем. А нам нужен телепорт. Стопудово. И мы его сейчас себе сделаем. Так. Да ёптель-моптель. А сейчас, наверное, если во тьму входить, то реликвия-то, наверное, не обязательно будет нужна. Я так понимаю. Так. Да, легко вообще. Можно меняться местами. Но нам нужно бы его как-то так... Хуяк. Угу. Вот так вот, да? Ну, мы всегда можем поколоколить.
Так. Конечно, было бы идеально вот эту штуку туда передвинуть. Чтобы туда перенуть, нам бы его поставить тут дой. А можно начать испытание заново? А если мы начнем заново, это нам же придется заново вообще все делать, да? Нет. Вот он, телепорт. Так. Ну это нам нахрен не надо. Нам-то как раз надо поставить туда телепорт подальше. Погодь. Во. Сюда его сейчас воткнем. Бля. Тут встала жопа. Неудобно ни хрена. Отлично. Забираем. Пихаем, играем. Так вот, норм. Найманс. Так. Портируемся и бежим. Тишина помогает достичь ясности, не ценя дар тишины, мы рискуем растратить жизнь на суету. Все. Класс. Один светлячок есть, смотри, полетели, красивый такой, воу-воу. Потек куда-то. Так, хорошо. Один есть. Второй. Еще с доп. Заданием. Господи, какие мы умные. Тунь. Ты себе опу под тунькой. Так, реликвию вижу. Это я вижу. Нам нужно открыть. Этот. Тут у нас есть мостик, есть что. Мостик, и тут заборчик, и тут, соответственно, огонек. Огонь. Это огонь. Но тут довольно все. Ой, нет, не буду прыгать. Довольно просто будет все. Хотя, может, и не факт, у нас же еще будет топ задание. Топ. Так. Берем. Пихаем. Звоним. Бежим! Жирный енот, беги, сука. Фу,
добежал. Поменяться места. Ага, хер тут прыгнешь, да? А, кстати, нахрена мы туда реликвию запихнули? Сейчас-то она там не нужна, да? А вот интересно, спрыгнуть мы сможем? О, можем. Норм. Заберем реликвию, чтобы вот это можно было активировать спокойно. А, погоди. Ну да, реликвия тут нам как раз тут-то и нужна. Ой, туплю. Ладно, сейчас. Сейчас это... Настроимся. Форест. Так, это мы дело забираем. Так. Так. Забрали. Огонек, ты свободен. Так. Ну, тут, соответственно, у нас вот эта вот шняга. Ха-ха-ха-ха. Я допрыгнул. Это было бы эпично, если бы я не допрыгнул. Так, невинный ум — это чистый холст, на котором годы оставляют свой след. Где-то украшая, а где-то и пятная. Ух. Это прям жуткие мысли. Еще один пошел. Так, третий. Ну, как-то второй был попроще, чем первый. Первым я что-то прям задротился только так. Опять этот золотой колокол был трезвонить. Практика. Такая практика. Так. Наглейшим образом забрал эту шнягу. Пом. Так. Эту штуку нам надо поставить туда. Но надо как-то... Еще и телепортироваться успеть? Слушайте, тут большие расстояния, я не успею добежать даже. То есть вот это я могу поставить, и то. Вот это я не поставлю, потому что я в огне. То есть все-таки я думаю, нам вот эта байда нужна в музыкалке. А, стоп, я же реликвию забрал. Дурень. Подожди. Погоди. Так. Заберем.
А я же не добегу? Ну да. Чё я буду бежать-то? Я же не добегу. Ой, господи, начинается. Тут же довольно-таки все логично было. А хотя нет, ни хрена не логично. Блин. Давай попробуем по-другому сделать сейчас. По-другому. Ну а чё, я если туда добегу? А, я туда поставлю этот... Тулеперт. Ай! Жопа. Ну хотя бы вот сюда бы его поставить. И будет норм. Так. Стоять, сучка. Так, хорошо. Ну сюда уже, наверное. Ты пряще. Жир. Ну, наверное, смысл вот, наверное, в чем будет. Мне же надо как-то камень забрать. Сейчас, надо заново. Мне кажется, тут что-то напортачил. Слишком далеко пошел. И неправильно. Так, как мы делаем? Заюзали. Нам нужно поставить вот туда этот, эту хрень. Что будет, в принципе, довольно-таки просто. Мы же туда вернуться можем, да? Да, можем. Так. А, ну да, туда-то мы вернемся. А обратно? Нет. То есть надо каким-то гаком. Каким-то невероятным гаком это все провернуть. Так. Чтобы я мог всегда...
Беда. Что-то я никак не могу вдуплить, что делать? Как будто чего-то не хватает. Ну, понятно, что мозгов, но... Знаете, в чем основная проблема? Проблема в том, что я не замечаю очевидного. Ну, это же, блин, логично. Значит, что делаем? Это пунякаем. Все дело заключается в том, что здесь есть вот эти вот фишки, которые связаны со временем. То есть время использования вот этой вот магии, время использования музыки, вот этого всего. Вот это я никак не могу запомнить. Я почему-то думаю, что если я не успеваю добежать до конца, значит все. На самом деле это не так. Нужно просто правильно выбрать момент, жмякнуть, и все будет замечательно. А я этого не делаю. И это плохо. Это плохо, что я такой глюпый. Ну, хоть с некоторого времени до меня доходит. Так. Ей. Где тут бонус миссия? Уй-ойки. Ну, благо дверь нам теперь не нужна. Поэтому мы можем воспользоваться телепортатор. Телепортатор 3000. Так. А, ну да, я ж молодец. Наверное, мог бы и не бежать. Ну, это не такая проблема, беда. Нельзя развиваться, если слепо следовать за другими. Пробуйте сами. Падайте, вставайте и пробуйте снова. Только так идти вперед. Можно. Окей. Запомните это, детишки. Детишки. Есть. Остался последний, четвертый. И посмотрим, к чему это приведет. Боюсь, еще к одной жопоболе. Мне нравится. Прикольно, вот эти отсветы, классно вообще. Что-то мне не нравится эта картинка, заставка. О, это достаточно большая. Бесконечная погоня? Чего? Не, давайте без этого. Так. Сколько? А. Две нужно. Две штуки этих нужны. Давай-ка мы это дело попробуем заюзать. Ай, стой, ямба. Это мне нужно здесь, наверное. Чтобы что? Правильно. Чтобы все было красиво. Красиво. Давай вот это поставим.
Я тебя понял. Он будет задваивать здесь, сюда. А там у нас такая красивая щитука. Так. А, ну да, сразу пропадает. Надо подумать. А, ну я предполагаю, что так надо сделать. Вот это фигня, конечно. Дичь какая-то. Надо на ближайшую, наверное, поставить эту тут пойду. Вот так вот. Так вот. Вот. Так вот. Вот так вот. Четвертый готов. И понятное дело, что здесь какая-то шняга. И в виде... Так, надо... А вот, вот это вот мы сейчас возьмем. И заюзаем. Вместо телепорта. Оп. Не так уж страшно было. Знания не дают, не дадутся в руки сами. А, не дадутся, за ними нужно гнаться. Понятно. Окей. Но я пока не провожу аналогию с тем, что нам рассказывают, и... Воу, красиво как. С тем, что нам рассказывают, и с тем, какой тут сюжет вообще, в принципе. Вверх. Интересный лифт. Ага. Уже пять. Пять шаров надо найти. Так... Окей. Ну давайте посмотрим. Может, быстро получится. Надеюсь. То есть на следующем уровне будет 6. Ну, пока так. Пока такая логика. Ёбаный ты насос. Это что такое? Это круто. И, соответственно, ты сразу выходишь, в случае чего. Вы можете пробуждать другие статуи, просто наводя на них луч. Куе. Прикольно. Наверняка тут есть всякие, типа... Как они называются? Какие-нибудь стекла там, зеркала, в смысле. Ну, допустим. Огонек, ты свободен. Давай давай что? Эй. А, тут нет секретки. Ну, типа допа. Да, видите, тут нету. А дальше есть, да? Первый, второй, да.
Так, тут алмазы, типа золото, бриллианты. Мужик. И тут какой-то пацан. И вот, видимо, наш пацан. И тут какой-то другой пацан. А почему у этого глаза не завязаны, а у этого, а у этих завязаны? Странно, странно. Так, один из пяти, да. Ну, давай. Богатство тут везде, богатство. Ну, вот это... Классная штука, мне нравится. Противоречивые мысли. Значит, это вот это у нас то, что активирует. Я так понимаю, что мы можем взять тут это дело. И активировать. Вот, например, так. Легко вообще. Так. Нет, вот это не активируется. Я так понимаю. А, ну мы и не попали по ней. А сейчас мы посмотрим, можно ли ее активировать. Да, легко вообще. Так. Окей. Ага. У нас, короче, это должна шняга. Так вот. Быть повернута. Давай. Так вот сделаем. Вот так вот. Так, стоп. Вот так вот. Ага, вот ты какая жопа, да? Давай мы тогда заберем. Так, отставим. Не мешал. Отлично. Шикарно. Так. И теперь мы можем это дело просто так вот отвернуть и все. А, хер там. Ах ты шопа. Вот и ходи туда-сюда, блин, по кругу. Так. Прикольно. Прикольно. Так, так. Оп. Какие мысли? Мы же только вблизи можем повернуть, да? Да. Соответственно, мне нужно дальше. Ага, а дальше он не повернет, он только повернет до этой.
Так. На всякий случай заберем, мало ли. Мы вылеплены неопределенностью, но она отступает, когда мы лепим сами себя. Себя сами, точнее. Окей. Это мысль глубокая. Так, есть еще один. Еще три. Так, а сколько этажей? Окей. 200? Тунц. Лабиринт. Ага. А тут не работает. Ну, по логике. Оно так должно быть. По логике. Ага. Кажется, я понял фишку. Ага, хер там. Что-то как-то, мягко говоря, бредово. Я думаю, они будут долго излучать друг друга. Хорошо, давай по-другому. Давай так. Хрен бы там. Ну ту фигню он подсвечивает. Как бы. Но как их издали-то... это самое. Ими же не управляешь издали. И время работы очень недолгое. То есть... Как, бляха. Ничего себе. Не понял, как это... Смотрите, фишка какая. Вот он в чем тупняк-то. Получается, что пока мы, допустим, снаружи, и у нас есть один артефакт, который воткнут в одну из этих пушек, грубо говоря, тоннелей, мы видим, что работает один из тоннелей. Однако, если мы, допустим, сделаем вот такую хрень, например... так, направим туда, идем по тоннелю, который в принципе не должен работать, но мы по нему идем, потому что в нем как бы мы есть. Тыкаем, опять идем обратно идем, вот так вот идем, и нам нужно его вот так вот повернуть, мы вот так вот идем, он не так и работает. Потом он перестает работать, то есть мы не можем вернуться назад, ну можем, конечно, но мы не будем этого делать. И идем к работающему туннелю, который вот так вот мы идем. Это, блин, как вообще? Как можно было до этого догадаться? То есть я понимаю, что здесь нас учат тому, что, типа, если у вас что-то не получается, вы падаете, вам надо все заново и так далее. Ну, как вообще до этого можно было додуматься? Как? Я не понимаю. Чисто на шару на какую-то, если только... Вот, например, у нас сейчас здесь
Такая вот байда же будет, чувствую. То есть, видите, он тоже не попадает на вот это дело. Вот. Фактически получается, что нам надо опять вот эту фигню так вот активировать. Забрать. Вообще, конечно, было бы в идеале, наверное, на него как-то навестись. А, ну вот, смотри. Это вот так будет работать. А, мы же не убрали, да? Ну ладно, сейчас. Видимо, логика будет такая же. Но у меня лично возникает вопрос. А, они, кстати, сейчас все работают. То есть я вот, находясь в одном тоннеле, они все работают. Вот. Как бы, да? Мне нельзя из него выходить, и тогда все будет норм. Значит, надо как-то их расставить так, чтобы я шел по тоннелям и вообще без каких-либо проблем добрался. То есть вот, например, здесь бы нужно было бы вот там вот пересечение сделать в этом месте. Сейчас посмотрим. То есть вот, вот такая непонятная схема работы, и это, конечно, дичь в какой-то мере. То есть вот так вот, наверное. Ага, вот я вышел из туннеля, и на тебе. Тут они пересекаются, мне нужно вот как-то в пересечение попасть, но я не попаду никак. Самое главное, я никак не могу понять, как активировать тот мост, вот, который вот этот стоит. Потому что с ним нет вообще никакого пересечения. Он не активен. То есть вот это я не знаю. И не впихнуть, слишком далеко стоит. Или сделать, я не знаю. Оставить, не оставить, ну допустим. Сейчас попробуем. Получается, пока мы в тоннеле, у нас все робит. Значит, нам надо как-то сделать так, чтобы мы были постоянно в тоннеле. Ну, допустим, так сделаем. Нет, это должен быть постоянно работать. Подожди. Вот так вот. Вот мы как раз попали в тоннель, который вот так вот и вот так вот. Пиздец какой-то, ребята. Я не знаю, как это работает вообще. Как и в прошлый раз, он все сделал на шару, но, блядь, это пиздец какой-то. Так, лабиринт лжи и так далее, и тому подобное. Ну, я не знаю. Мне кажется, ну, лично для меня это перебор. То есть у меня здесь логика вообще никак не срабатывает, а без понятия, как оно вообще должно работать. Поэтому такое себе. Так, главное, туда не шваркнуться. Так, что у нас тут? Тогда еще, наверное, попробуем вот эти две штуки пройти. Я надеюсь, что это будет недолго. И тогда закончим.
Телепортажка. Которая нам открывает дверь. Ну, это было несложно. По сравнению с тем, что было, это прямо вообще какая-то херня, мягко говоря. Не знаю. Это, может, не в том порядке я прохожу? Так, окей. Там мне предлагают перейти к квест. А, вот оно чё. Эй-эй, забыли-то. По-моему, это делается довольно-таки просто. И проще, чем... Хотя не знаю. Сейчас посмотрим, конечно. Да, как-то такой себе. О, и вот он тоннельчик, соответственно, по нему можно идти. Да. Ответы на ваши вопросы не придут сами собой. Ищите их. Жесть. Не хочу. Можно мне будет иногда Google помогать. Так, окей. Слушайте, ну пока все еще вот по сравнению с тем лабиринтом, вот эти две предыдущие, так сказать, они вообще ни о чем загадки. Может, пятая хотя бы будет прям, ух, прям жесткая. Себе погуди. Так, ну тут у нас музыкалочка. И вот это, и телепортажка. Телепортулька. Успели. Я так понимаю, что нам было бы неплохо куда-нибудь туда ее открутить. Ну да, и теперь у нас этот пайда не робит. Ну, так будет робить. Ну, такое себе. Оп. И чё? А-а-а. Вот так вот, да?
Тоже думаю, что это будет не очень сложно. То ли я привык, то ли реально это легкий очень ботифтик. Окей, 5 из 5 готово. Так, если вы услышали какой-то бульк, это у меня в животе. Я что-то есть хочу. Поехали еще выше. Это получается третий этаж уже будет. Да? Стоп. Да, 6 уже. Ёшкин кот. Так, а тут у нас уже вояка. Вот нас тут учат детишек воевать. То есть была магия, потом вот у нас учили распоряжаться деньгами. Вот что-то пацан-то повыше стал. И теперь уже махач такой прям жесткий. Ага. Ладненько, давайте тогда на этом остановимся. Третий уровень уже оставим на третью серию. Как у нас все классно получается. О, классные ящики. Супер. Бесконечные. Вот. И тогда посмотрим, к чему это у нас все приведет. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, заходите в Discord. Всем удачи и пока.